подходят к концу сроки формирования бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Из федерального центра планируется привлечь 11,5 миллиардов рублей. Деньги счет любят. Поэтому, выделяя такие огромные суммы, правительство страны строго следит за их освоением. Нареканий пока не возникает. Очень важно своевременно сформировать механизмы, что, в общем-то, Сергей Иванович и делает, когда все консолидированы, и депутаты, которые представляют территорию, и команда Сергея Ивановича, и предприниматели, все в один вектор вкладываются и получают результат. Я считаю, что это очень хорошая практика. Владимир Гутенев считает процесс работы, выстроенный между Ульяновской областью и федеральным центром, эталонным. Например, участие в проектах «Безопасные и качественные дороги» и формирование комфортной городской среды. За первое полугодие освоено 79% привлеченных средств. При формировании регионального бюджета на 2019 год и плановый период планируется участие в 16 госпрограммах. На следующий год мы получим только из федерального бюджета, я не говорю про госкорпорации, я не говорю про специальные программы, порядка около 12 миллиардов рублей. Чуть больше 10 лет назад. Это была сумма более чем 6,5 раза меньше. Все это не безвозмездная помощь, которую предоставляют региону федералы, а серьезные партнерские отношения. Развитие региона и развитие России идут совместно. Одно из основных условий участия в программах и проектах – софинансирование. Оно заложено в бюджет. В целях софинансирования указанных расходов в проекте областного бюджета предусмотрены средства в сумме 739,7 миллиона рублей. А кроме того, в проекте областного бюджета предусмотрены 187,9 миллионов на софинансирование средств, пока которые в проекте федерального бюджета обозначены одной суммой. То есть таким образом, в целом на софинансирование на 2019 год у нас предусмотрено 927,6 миллиона рублей. Распределить деньги, учесть все нюансы и подводные камни сложно, но в правительстве Российской Федерации и Ульяновской области уверены, если сообща делать одно дело, то невыполнимого не будет. Павел Половов, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды.